Татьяна Гудрявцева, я петербуржец. Я и город, мы семья. Петербуржец я, друзья. Петр город основал. Вот собор, а вот канал. Крепость, стрелка и проспект. Им уже по 300 лет. Тихо падает снежок. Я шагаю на кружок. Как люблю я наш дворец. Я и в шахматном, и чтец, и Петрополь запишусь. Очень городом горжусь. Приезжаем в Эрмитаж, с этажа и на этаж. Ходим за экскурсоводом. Там теперь орел над входом. Он двуглавый, золотой. В мамин, папин выходной я люблю в зеленом мае ехать в центр на трамвае. Вот уже 101-й год петербуржцев он везет. И в блокадном Ленинграде лишь трамвай один в осаде продолжал возить народ. Все автобусы стояли, все троллейбусы стояли, фрицы с воздуха стреляли. Но трамвай летел вперед, довозил до фронта даже и снаряды, и солдат через множество преград. Был на линии огня. Главный праздник для меня, для родных и деда. Ну, конечно, День Победы. Я люблю смотреть салют, как победопушки бьют. Небо в радужных огнях, реют флаги на мостах. Дружно все кричат «Ура!» и не спится до утра. Очень светлый небосвод. Ночи белые вот-вот. Город я люблю любой. Летом, осенью, зимой, даже с ветром и дождем мы с тобой здесь живем. В этом мире красоты, петербуржец, я и ты.